здесь находится средства массовой информации, хотел поблагодарить за работу, оповещение всей работы, которую сегодня осуществляет администрация города с моим участием, а также в ходе моего посещения в субботу частного сектора поселки Солнечным. Жители поселка Солнечного мне обратились, и я это поддержал. Необходимо провести общегородской субботник. Но субботник, как говорится, очень сложно будет провести, потому что люди еще сегодня занимаются заготовкой, соответственно, своих овощей на своих участках. Ну и, как говорится, есть много работы по своим домашним проблемам. Поэтому мы поддержали предложение, но не провести не субботник, а санитарную пятницу. Поэтому приглашаю всех, руководителей предприятий, организаций, управляющих компаний, мы сами, администрация, тоже выйдем на санитарную пятницу 12 августа с 10 часов. Дана команда и поручение Морзику Олегу Викторовичу, а также ЦОЖу о том, что обеспечить необходимо мешками. И мы, естественно, в короткие сроки будем убирать тот мусор, который сегодня мы в пятницу соберем. Поэтому всех жителей, всех предприятий, управляющие компании приглашая на санитарную пятницу. Учитывая, что в городе еще много различных проблем, связанных с благоустройством, необходимо массово навести порядок. Вот таким вот образом.